Всем привет, с вами Серега. Сегодня у нас на канале обзор часов от компании Bentini. Вот, часы поставляются вот в такой пластиковой коробке. Снимаем крышку, она у нас такая пластмассовая, прозрачная, написано логотип и название фирмы Bentini. Вот, часы сами вытаскиваем. Они у нас вот в такой мягкой штуке. Дополнительное вот такое крепление, можно так сказать. Если у вас вот это сломается или порвется что-то, порвется. В принципе, вы всегда сможете это заменить. И зарядное устройство. Теперь отдельно про часы. Вот она, часы. Вот. Значит, кнопки, какие у него тут есть. Light. То есть это свет. Сейчас, наверное, не видно. Попробую так вот. Они светятся. Вот. Светятся они. То есть сюда нажимаете, они светится. Так, значит, тут вот указано время. 50 м water reset resist, извините, и логотип Bentini, название. Вот, значит, кнопка старт, кнопка reset и кнопка bravo. Все кнопки выдают такой звук. Думаю, слышно. Вот. Значит, вот это не кнопка, то есть я вот нажимаю, и ничего не происходит. И вот это тоже не кнопка, как видите, тут гвозди, шурупы. Вот, значит, пройдемся теперь по функциям. Нажимаем на кнопку мод. У нас появляется секундомер. Нажимаем на старт. Они идут. Опять на старт, они останавливаются. На reset, они полностью снимаются. Опять на мод. Теперь тут время. Ой, точнее будильник. То есть на reset это менять. На старт это менять время. И теперь само время, дата. Вот, 5.11.2015 не показывается. 20.34, 19.20.21. То есть вот это время. Число. Месяц. Вот. В принципе, все. Хочу сказать сразу то, что у меня инструкции не сохранилось, так как я ее куда-то подевал. Часы, вот я надеваю их. На самую максимальную. Вот, они очень хорошо ложатся на руку. Вот. То есть, я их теперь ношу уже несколько недель. Также при необходимости можно заменить вот на эту, на эти две штуки. Я не знаю, как они называются. Напишите в комментариях, если кто-то сможет или сам знает. Зарядное устройство, я не знаю, куда его пихать. Тут, то есть, я это открывал, там ничего нету. Это открывал, там тоже ничего нету. То есть, я не знаю, куда его пихать. Вот. В принципе, все. У нас были на обзоре часы от компании Bentini. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ждите новых видео. Всем пока.